подпишитесь на канале Армия Мурк. Сейчас я вам покажу, где обитают разные животные. Поехали. Скажи, где живет крокодил? Крокодил живет в болоте. Правильно. Где живет жираф? В зоопарке. Нет. Ну где? В Африке. В Африке. День я только люблюды там живут. Кто? Люблюды живут на очень-очень жарком солнце. А люблюд это кто? Люблюд это он поеется и он на солнце жарко уходит всегда. А когда ночью они спят. А как он называется, еще раз скажи? Люблюд. Ага, я понял. А где живет волк? Волк? В лесу! Молодец. А где живет кошечка? Еще у дома живут кошечки. Дома, да, могут быть? Ну, правильно. А где живет мышка? Мышка? В норе своей. Она правильно. Съест. Так. А где живут птички? Ну, они могут жить и где дом. Где дом? На деревьях. А где живут зайцы? В лесу. Точно. А где живут слоны? Зоопарки. Так как зоопарки? А где слоны? Слоны живут тоже в Африке. В Африке? Пингвины. Где живут? На Северном полюсе. Правильно. А морские черепашки? На море. Правильно. Хотел тебя запутать, но ты все знаешь, видишь, не поймаешь тебя. А где живут лягушки? В болоте, как крокодилы. Все правильно. А где живут рыбки? Рыбки? Тоже на море. Еще живут в речке. Ну, конечно. А в болоте они... В болоте тоже они живут. Крокодилы смогут есть рыбок. Конечно, не знаю, что такое рыбок. А можно еще и мясо. Мясо? Крокодилы? Ну, можно. А кто принесет? Кто-кто? Принцесса Дуду. Кто? Принцесса Дуду. Кто такая принцесса Дуду? Это которая приехала на Леблюде? Нет. Это она живет в замке... Где башня, звездочка и все. А где живет тигр? В лесу. А где живет медведь? В лесу. Правильно. А где живет белый медведь? На Северном полюсе. Вот молодец, ты все знаешь. А где живет орел? Где вулкан? Ну на этом видео закончилось. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.